Любители пармезана в скором времени опять увидят любимый сыр в магазинах. В России возобновится импорт молочных продуктов из стран Евросоюза. Почему могут запретить в нашей стране айфоны и айпады, а также о других инициативах депутатов в обзорном материале программы. Пармезан опять появится на прилавках магазинов. В России возобновился импорт молочных продуктов из Польши, Литвы, Финляндии и Италии. Еще месяц назад к ввозу из стран Евросоюза была разрешена безлактозная продукция. В полутвердых и твердых сортах сыров лактоза не содержится. Поэтому в ближайшее время на прилавках появятся сливочное масло и сыры, произведенные в упомянутых странах. Лихорадка Эбола может попасть в Россию. Депутаты Государственной Думы в связи с распространением вируса предлагают ввести в стране карантин и сократить проведение массовых мероприятий. В этот список народные избранники хотят внести также театральные постановки и заседания Госдумы. Минздрав отмечает, что самостоятельных условий для вспышки вируса в нашей стране нет, но завозные случаи возможны в любой стране. Напомним, лихорадка Эбола передается через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также при контакте с его вещами. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. В России могут запретить iPhone и iPad с 2015 года. Виной всему программа iCloud, хранящая информацию о своих пользователях на американских серверах. С 1 января 2015 года вступает в силу закон, согласно которому все персональные данные россиян должны храниться исключительно на территории России. Американская программа не отвечает этим требованиям. Под ограничения могут попасть такие интернет-ресурсы, как Facebook и Twitter.